Всем привет, ребятки! С вами Леон, сержант Графони и болван у нас тут один есть где-то. Все и болвановский. Где болван? Все и где болвановский? Я здесь. Где наш болван? Алло. Мы тут только что... Слушай, стоит все сыт, блин. О, мы здесь не одни! Тут Биг Смоук вместе с нами на тымчике гоняет. Все, теперь я вечный золотой дождь. По фану. Нет. Что, не получается так же забажить? Давай. Нет, получается. Ты должен, короче, хорошенько так передернуть перед тем, как закончить. Вот, так, вот. Так, во, так, во, во, так, вот так, так, да, да. Искусство. О, да! Кстати, надо обоссать Биг Смоука, потому что... Давай, давай, сядь к нему, как Питер Пен летает, блин, как Тинкер Белл, блин, летает. Пацаны, тормозните его, я сяду к нему и обоссу его. Во-во, сейчас тормозну, во-во-во, тормозну. Давай, давай, давай. Давай, давай. Оба, давай, садись, что, нет? О, нельзя к нему, он меня... А, нет. Зато пропала звездная пыль, слушай. Ой, так, что? Сегодня мы планировали посмотреть рыбалочку. Вот, блин, я не могу теперь слезть. Во-во, нормально. Слушай, Big Smoke. Everyday. Чем тут вообще? Не писай. На мой скутер. Не пи... Прикинь, вот просто Big Smoke, такой солидный тип. Не писай на мой скутер. Солидный, блин. Big Smoke. Солидный, Smoke. Чё ты там стоишь, дура? О, у него ствол! Давай! Угоняй! Сейчас я у него тричку веду. Уводи, уводи. Слышь, может это... Давай его залупим. Давай, у ствол есть, мы ствол отберем. Ой-ой-ой, опасич, опасич, давайте! Ты меня бесишь, дура. Да, Миша, тут как... А, началось, блин. Дев, ты помогай, ё-моё. А я бы не под удар половину, боюсь подставиться, мне же тоже на щи. Я вот буду это, стопить чисто вот ходить. А-а-а. А чё, походу, в этих патронов нету. Чё он там написал? А, ну, наверное, слушай, пугает чисто вот патронов нет. Чё? А-а-а, у него патронов. Он бы нас уже убил бы, наверное. Наверное. Или он слишком добрый, или он подписчик, я не знаю. Кстати, а где еще один тырчик? Это наш, кстати, тырчик? Он пушка, он с пушкой в руках. Так это, говорю, это обманочка у него такая. Да в смысле, но пушка-то есть. Так а потом патроны отдельно. Да пофиг, патроны купить, не проблема. Ты обоссался. Ты давай. Вы кого-то обниматься легли. Он меня месит, блядь. Да вы, сука, оба два, блин, персонажи. Нормально, нормально. Вальгалла! Я его запажил его чисто. Давай, давай, давай ему нюхать ногу. Не, все, да не трогайте. Не трогайте. Ладно, ладно, давай. Давай, хорошо. Блин, он разбажился. Разбажился. Не давай ему в тырчик сесть. У нас один тырчик получается на троих. Так возьми биту, Миша, у тебя же бита была. О, точно, слушай, бита. Смотри, он... Сел. Он сел. Лупань ему. Блин, бедный парень, за что ему, за что? Чёртов Big Smoke. Он чуть мой мопед тырчик не угнал. За что вы его так? Нет, да, да. Давай, у него мало хп. Ой, вы изверги, вы знали? Он за тырчиком бежит. Он за тырчиком бежит. Нет, давай. Я пытаюсь не давать ему. Давай, Лёха. А чё он у меня? Ой, хорошо. За контр. Ты меня скинул, ты дурак. Он как едет. Уезжай, Big Smoke, далекий, блин. Хогвартс, мать твою, тебя ждет. Он вообще на заднем сиденье ездит. Такой балбес. Просто я хотел тырчик увезти, и он взял. Лев, надо было... Лёва, надо тормозить его, мы почти убили. Ладно, тормозю. Патронов. О, у него нет! Нихрена себе, вот это гон. Это может быть наша первая жертва. Taking fire need assistance, ё. Давай. Бомбу на Б. Так, надо это сделать. Блин, у него он нас не убивает, вот, скорее всего, подписчик, поэтому он не это... Не... Месим его, у него есть ствол. Вот, как не человек, так месим его. Во, все. Потому что это мы бандиты. Всё, он давай, готов, давай. Он готов. Он... Тормозни. Мы его в багажник. На сидушке сзади. Боже. Все, замесили. Что это было? Нас будут преследовать. Объясните, что это было вообще? Где ствол? Нету ствола. Не дропнулся что-то, шанс маленький.
блин, я думал с него стол. Мы не бандиты, мы просто беспредельщики, я считаю. А, все, я думаю, надо ехать. Поехали на рыбалку, надо успокоить нервы. Все, у меня одно убийство в статистике. Ага. Ага. Да. А, это знаешь, что вот как, я не знаю, статистика в MMORPG, одно PvP, одно PvE там, я не знаю, что. Да, все, меня будут разыскивать. Все, поехали. Окей, окей, так, поехали тогда на пристань. Я не знаю, кстати, здесь вы уже были, да, на... Да, я рыбачил. Попалось. Вы напишите в этом в GPS, в магазин рыболовли, типа там, что-то такое. Так, GPS, магазин рыболовли прям? Или работа? Там, да, так, так, другие места вот нажмите, и там магазин для рыболова. Так, другие места, магазин, музыкальный магазин есть, надо же, прикольно, так, магазин для рыболовли, все, поехали. Наши веселые, бесконечные, never ending story. Ну вот, уже первая кровь на наших руках, это круто. Первый Big Smoke. Нужно кстати, 10, Нома, отомстили ему за мою, за мой тырчик, который... Чё, это Лёха, он взламывает ачивы. Да, да, это Лёва, тормозни. А, ты умеешь взламывать ачивы? Я попробую. Давай, давай. Меня этому учили. Ой, я пока их я поотвлекаю их пока. Давай, давай, типа вот заговори им зубы. Скажи. А он должен сесть в тачку хотя бы. Здорово. Здорово. Да чуваки-то непростые стоят, видишь, ты смотри, они на развороте могут какую-нибудь фигню выкинуть. Не, он даже не прыгает в тачку. Он обычно залазит в нее, и там уже можно отверткой поковыряться. Здорово, нормасик. Гангейм? А, это гангейм. Тут, короче, есть такая штука. Вы ставите деньги, вы ходите, вы стреляете по КД... Короче, знаешь, типа как Counter-Strike, только в сампе и мини такой. Чё, пойдем? Только проблема в том, что тут в основном часто побеждают те, у кого пушки прокачаны, то есть... Да. А, то есть это самое, там не выдают оружие? Там выдают, но там еще от скилла зависит. Помнишь, как в сингле он прокачивал себе там, бегать мог с волыны на бегу стрелять? Я вообще скиллованный. Так-то бред. Да. Садись, Лев, на турчик, то я GPS не ставил. Давай, поехали. Все, гоу. Гоу-гоу. Let's go! Я не знаю, кстати, как и где, скорее всего, в каких-нибудь фракциях они сами тренируются, учатся стрелять из винтовок и так далее, а потом участвуют... На друг друга? Ну, просто по машине стреляют, я не знаю, что там они могут делать. А, в смысле, когда по машине стреляешь, качается, типа? Возможно, на некоторых серверах так есть, я вот не знаю насчет этого мода. В смысле, что качается? А, ну, владение оружием. Владение оружием, да. No. Допустим, по-моему, на этом сервере есть даже такая фига, если ты пистолет максимально прокачал, ты можешь с двух рук стрелять, в общем. Из пистолета. Ну, это и как в Сандреске же было. Там, ну, типа, два обреза же можно было в руках. Ну-ну. Но прикол в том, что не на всех серверах это разрешено. Ой, нифига, ты это видел, просто в воздухе. В воздухе, но. Вон, зал есть, ну. Качалочка, но. Ну. Не, ну рыбалка, говорю, ребят, сразу такое дело не очень. Не очень, думаешь? Да, ну я говорю, какой-то баг здесь с вводом кода, короче. Вводишь правильный код, а пишет типа неверный код, и большую часть рыбалки тут фигня. Ебалки. А удочка 5 рублей стоит. Ну, 5 тысяч. А, нифига. Да. А, то есть подожди, она еще и ломается, да? Я правильно? Она ломается, да. Но у меня, говорю, 100 килограмм поймал рыбы, короче, у меня 13% слетело. Ребят. Тут рандомные веса, можешь за килограмм поймать, можешь за 4 килограмма рыбу поймать. Так, покупай удочку за 5 косых. Так, и здесь ловить тоже, да? Да, вот, пиши, подходишь и пишешь фишинг, короче. Фишинг? Да, фишинг. Фишинг. А, у меня вообще пишет удочка сломана, надо новую удочку каждый раз покупать. Если сошел с рыбалки, то все, эта удочка, короче, на выброс получается. Сначала достаньте свою удочку, господи. Достань свою удочку! Так, а что, я должен по рыбке кликать, что ли? Да, по рыбке тыкаешь, она наверх поднимается, надо пароль ввести. 1, 5, 3, 2, 4, окей. Вы поймали рыбу весом в 3 килограмма. Воу, вот это интересно. Какой экшен. И вот так вот стоишь, забрасываешь. Еще пятизначное это число, вы поймали рыбу. Рут, я так понимаю, это состояние рыбки. Ой, не рыбки, а удочки. Да. Окей. И она получается на один раз, если все ушел, короче, с рыбалки, все, ее можно выбрасывать. А, то есть даже если ты ее не доломал до конца? Да, я вот, у меня, говорю, была 87%, короче,
удочкой, и я подошел второй раз, все, у меня пишет, типа, ваша удочка сломана. Ты, наверное, когда уходил, сопнулся об нее и сломал нахуй. Да, наверное. Ну, вон, что ты говоришь, неверный код, я уже... Вот у меня сейчас неверный код. Есть такая вероятность, что, короче, тут есть таймер, то есть тебе нужно это делать очень быстро. А, да, думаешь? Да. Рыбка сорвалась. Рыбка сорвалась! Так, вы ввели неверный проверочный код. Вот, уже. Вот. И у меня уже второй раз такая фигня. То есть при этом ты вроде сорвалась. Как и правильно вводишь, да? Да, правильно вводишь и пишет типа неверный код. Вот я поймал в 0 килограмм рыбу. Может где-то что-то ошибался я сейчас, допустим, вот не знаю. Не, ну не может быть такое. Я несколько раз так вводил, и у меня вот несколько раз такое было, короче. Рыба сорвалась в последний момент. Последний момент. Тоже в последний момент, блядь. И сколько там за 1 килограмм получается? 130? 130, да-да-да. Что-то мне кажется, не окупает даже удочка себя с таким процессом. Не, ну я сотку поймал, а купил, там 13к получил. А, да? Все-таки. Но. Ну и ушел. Ну это гемор, да, я ушел. А, ну это, наверное, для, знаешь, для таких терпеливых игроков, которые сидят. Да, наверное. А, рыбку кликают, блин. Просто тыкать, но стоять на одном месте. Весело, весело. Боже, по 2 килограмма рыба попадается, что за нищебродство. Заебало, он срываться уже. Я вон 6 килограмм максимум ловил. 4, 6, 8, окей, вы поймали рыбу. Не очень, конечно, процесс такой. Хотя бы вот удочку купить свою, да уйти отсюда. А мне кажется, тут просто, знаешь, такое на любителя. То есть это для тех, кто не хочет для... кнопки жать, циферки. Для терпил каких-то. Но. Ловля. Вот я от этого, я тебе так скажу, более-менее что-то получаю, какую-то долю кайфа. Да? Я вообще умею кайф от всего получать. Так. Ты заебал, ты срываться уже, блин. Не, нормально, я уже 19 килограмм поймал. Вот, и 21 уже. Наконец-то поймал, тупая рыба. У меня Black Desert веселее ловить рыбку. Сравнил, конечно. Не, ну вообще. Неверный. Тут если быстро вводишь, так понял, код, он, короче, не успевает его читать. Вот сколько уже ловлю, ни разу неверного кода не вылезал. Ты, наверное, медленно вводишь. Тут реально, если очень быстро вводишь, он реально не ловит. Вот попробуйте кто-нибудь прям вообще на лед, короче, ввести вот эти цифры. И он будет писать неверный код. А я вот сейчас на лед вводил, допустим, сейчас помедленнее, то есть 2, на час, 3, на час у меня поймал. 7, 3, 2, окей, вы поймали, смотри-ка, то есть надо... Если еще... медленно, короче, то она ловится. Учимся правильно ловить рыбку. Не, серьезно, да, тут походу от времени, тут как-то не надо быстро получается, ты конечно. Ну да, 7, нормально. Ну, кстати, я знаю, я когда на заводе работал, у меня типа вылезло, а вы типа были заподозрены в использовании типа этого... Запрещенного контента. Нет. Блять, как это называют? Боты, типа. А, но. И все, и меня код попросили вести, я вел, типа, вот все, с вас заявка, типа, снята. Ну, было тоже такое дело было. Вы ровный пацан. Хм, интересно. Так, это получается, чтобы удочку купить, надо сколько килограмм-то поймать? То есть тут даже система. Полтишку где-то. Ботоводеров, это интересно, интересно. А, где-то полтишку надо поймать. Блин, только половину поймал из этого всего. 4, 3, 8, 9. Мне, походу, эти цифры потом в процессе снится будут. Так посидишь сутки чисто, хочешь на домик накопить или на машину. Вот думаешь, ладно, сегодня буду чисто на рыбалке зарабатывать. Сидел весь день, рыбачил, а потом снится тебе, как ты ту рыбу, блин, ловишь, кликаешь. Ты, Лев, на заводе по сбору оружия не работал. Ну, да. Там просто вообще, не знаю, ну просто, блин, тупая работа. Что-то, кстати, я вот сколько не играю на Majestic, я так полагаю, здесь самое какое-то колоссально огромное количество разных работ. То есть очень много всяких работ на сервере. Чё, сколько КГ? У меня 36. Маловато, да? У тебя сколько, Миша? Не? 39? У меня вот сейчас тоже 39. После самого охрененного убийства Биг Смоука нужно пойти и порыбачить. Да-да-да, Смоук у нас сейчас пойдет вылавливать. Да-да-да, и он ни за что не догадается искать нас здесь, поверьте. Фиг знает, может Биг Смоук такой урод, надо пойти порыбачить, расслабиться. А мы такие тут, опа, иди сюда. Биг Смоук, мы тебе место пригрели тут. Блин, а другие виды рыбок, интересно, будут появляться? Есть ли тут прокачка, допустим, работы? Да, но вряд ли. Кто знает.
А то вроде как возможно. Все, последние 2 килограмма надо поймать мне, и все, я уже. Вот если подписчики на сервере, которые играют, пусть напишут в комментариях, есть ли здесь прокачка вот этой работы, потому что мне очень интересно. Да, 2 килограмма. Спасибо. Так, спасибо за ловлю рыбы, я ухожу. Как уйти-то, как я это делал? Так, то есть получается здесь соточку, получается, собираешь, и все, это предел. Потом ты. Я 101 ловил, просто у меня за эту фигню ушла, как бы это, и все. А, да. Вот так, значит. Так, вот. А что-то я не знаю, как отсюда уйти. Как я сделал это в первый раз. Альтов 4, наверное. Наверное, но. Блин, как уйти? Escape, вот я. Так, достал удочку, достаньте удочку. Так, ну, допустим, я собрал. Идем. Тут получается, что, до сотки надо дойти, что ли? Ну, не знаю, я Escape нажал, вот вышел нормально. Инвентарь. Рыба 54 кг. А, да, Escape, все, ништяк, Лёва, вообще респект тебе. Это логично. Ты, наверное, на Enter выходил, да? Я не знаю, на что я вышел. Так, продать 54 килограмма. 1 килограмм можно оставить, интересно, чтобы чисто вот у себя дома? Да, можно. На гриле все. Я вот 6800 удочку купил. Не, слушай, как бы... Идеально. Нормально, наверное. Ну, сейчас вот посмотрим, удочка сломалась, не сломалась. Может, я тогда забажила что-то, не повезло. Сейчас фишинг. Вот, нормально, слушай, дальше ловим. Нормально? Ну-ка. Да. Я вот в инвентарь убрал ее. 78 продаж. Не, нормально, вообще хорошая работенка такая. Ну, более-менее для терпил. Ну да. Я бы посидел, позалипал на самом деле. Моя мама любит подобное. А, да? Серьезно, тоже получилось. Знаешь, как шарики, вот некоторые мамы любят, там, установи мне как зума там будет. Ты ж траекторию там шариков. Как там красненькие, синенькие. Так и здесь вот будут рыбку кликать, чисто циферки вводить. Потом приду, мама, спасибо, что посидела, зарабатывала мне верту. Два чисто сбить, чтобы он вниз-то купал и утонул. Спасибо тебе, добрый человек. Что ли? Что, ты еще будешь рыбачить? Я что-то уже, да, что-то зарыбачился. Звучит как-то странно, зарыбачился. Ты молодой человек! Это не по мне. Зарыбачился. Так, продать 1 килограмм рыбы. Оба. А, жалко, что мы не третьего левела, блин. Но. Как факт, обоссали бы кого. Да, можно связать было и вот обоссать. Вот какая нафиг рыбалка, скажите, да? Я вот вас хорошему пытаюсь привить, там, чувство какого-то, не знаю, культурного времяпрепровождения на сервере, а как бы найти кого-нибудь обоссать, блин. Ну ладно, поехали. Там вообще дрифтер 228. Чисто вот с удочками поехали. Но. Мне вот, короче, зарплата пришла, пацаны, я башляю. Надо снять, поехать. 3 сотки на карте. 3 сотки, вот именно, у меня 470. Это пособие по безработнице, что ли? Походу. Безработница. Да, безработница такая, ходит там. Женщина-безработница. Че, так что, куда мы едем, а? Можно в бармен какой-нибудь заехать. А где он находится? Я знаю только один бар, ну, по крайней Опа! Мере, на моей памяти. Ну, все, занесло. Ты, Миша, видел, так, куда его? У нас что? Смело его куда? Я думал нигера поймать и настигнуть. Магазин его. Одежды, чё, гоу, прикупим одежечку. Это как... тоже магазин одежды. Лицензия на оружие? Не хотим. Купить одежечку надо. Потому что нам до 5 левела, блядь, как до Москвы на коленях. Нормально. Блин, слушай, Б-класс, что-то не... 65к! Самое я, элитное. Пожалуй, пойду пас, буду дальше лягушек ловить на пруду. Так, ну-ка, Йо. Сейчас вот давайте я выхожу. Я сменил внешность всего за 20к. Опа! Пол да. Сменить 500 стоит. Это просто вот 3 масти. Пики, буби и черви, блин. Ну, можно теперь делать великие дела. Да-да-да. Когда мы в бандитских нарядах. Ну, у меня чисто такой, знаешь, этот... Найтвулф, блядь, из Mortal Kombat. Да, предтечи всякие. Это и нормально. Сука. Е-е-е, вот так вот, блядь. Тю-лю-лю-тю-лю-тю-лю. Нормально. Ты мадафок. Нига. Ах ты чертов мазерфокер, а? У нас с тобой этот, у меня бита должна быть, у тебя трость. Let it snow, let it snow, на-на-на-на.
Поехали. На-на-на-на-на-на. Все, Лев остается тут. Оу. У меня писька выключилась, блин, зараза, ладно. А так бы прикольно было бы, ехал такой за тобой чисто вот. Ну, чисто золотой дождь. Тут тачки еще дорогие, сука, вообще. А что там, можно обокрасть что-нибудь? Хуй знает. Обокрасть, обокрасть, на-на-на. Справа вон Кротти, это, наверное, этот авторынок. Это, наверное, но... Но, там просто... Байкер полегче. От пятишки стоит, блин. Скиньте его, чтоб мы его это... Да-да-да. Он слез. Сейчас я у него байк уведу. А, нет, смотри. Чисто вот, знаешь, такой... Давайте-ка разберемся с этим белокожим. А он скажет, чё вы, нон-РПшники забагонятся, чё делать, пацаны? Как факт, у него есть ствол. Сейчас волыну по-любому достанет, да, я тоже так думаю. Блин, почему его ссаное зеленое дерьмо не поднимается? Он увел у нас тырчик! Ты балбес! Сдавай, скидывай его, о! Опа! Так. О, все, он залез в свой, короче. Он открыл свой моцик. Черт, и закрыл. Я перекрою ему выход, пацаны. Да все, он уже выезжает. Вот, черт возьми, нифига, он прорвался просто! Это вообще что-то невероятное. Такую блокаду прорвать! Да, это точно. Ему помогают высшие силы, я считаю. Мы на наших мини-тырчиках, блин, будем полчаса до него ехать. Да, надо, короче, уже это, развиваться как-то. Да, и думаю, наверное, мы потихоньку это вне серии будем дальше продолжать делать. Вот, а на этом, пожалуй, все. Так что, всем спасибо за просмотр этого замечательного ролика. Если вам понравилось, ставьте лайки, мы вас обожаем. Правда же? Да. Да, конечно. Вот, ну и всем тортик. Пока-пока. Так и сгрустнули сразу, что прощаться надо. Что все, но...